Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня два отличных сайта. Инвестиционные сайты по заработку криптомонеты Tron. Первый сайт 3X Company. Значит, регистрация здесь по мобильному телефону или же цифры, похожие на мобильный телефон. Пароль, повтор пароля. Ставим галочку. Здесь invite код. Без invite кода регистрация не пройдет. Нажимаете зарегистрироваться. Вход, естественно, по мобильному телефону и паролю. Попадаете в кабинет. Значит, минимальный депозит здесь от 5 криптомонет Tron. Значит, депозит, вывод, реферальная ссылочка, команда, мобильное приложение, ну и выход. Ежедневное начисление 3%. Процент, друзья, небольшой, но зато сплатит ровно, стабильно и как бы на долгосрок, скажем так. У меня пополнена здесь монеты, я пополняла. Но я еще хочу закинуть. Значит, кликнула я депозит, далее трансфер, то базик. И здесь дается QR-код. Это кто с телефона. И адрес, куда нужно перевести монеты. Минимум 5 криптомонет Tron. Я копирую вот этот адрес. Что-то он не копируется. Скопировала. С него я поспешила с него вывести, но ничего страшного. Далее открываю Tron Link. Кликаю вот сюда. Send, отправить. Я вот на этот адрес должна отправить свои монеты. Вставляю сюда адрес. Вставляю адрес. Обязательно нужно проверить. Далее кликаю Next. Дальше. Сюда вставляю нужную сумму. Сколько нужно отправить? 5 монет. Далее. Отправить. Здесь ваш адрес. А это адрес получателя. На синюю вкладочку. Все. Проверяю. 5 монет. Вот. Монетки ушли. После чего нужно сделать, что пополнение завершено. Рывшары комплект. Кликаю. Еще монетки не поступили. Нужно 5-10 минуток обождать. Не поступили монеты. Ждем. Монеты не поступили. Далее, ну ладно, давайте далее покажу вам. Потом вернемся на депозит, я нажму комплект. Значит, трейдинг. Сюда заходим и собираем как бы тоже криптомонеты. Далее возвращаюсь. Депозит. Сейчас посмотрим, что у меня там. Все. Видим, монетки мои поступили на баланс. Значит, давайте по вкладочкам. Депозит я вам показала. Вывод. Я сегодня уже сделала вывод. Сейчас я вам покажу. Вывод.
вывод, где мой вывод? Вот 15 монет. Я выводила, сейчас еще покажу. Когда у вас здесь будет, вы пополнитесь. Раз 24 часа у вас здесь будет сумма. Вы кликаете просто вот на это макс, и вот эта вся ваша сумма, она поступит вот сюда на баланс. Сюда вот эти циферки вы стираете, прописываете адрес кошелька, здесь пароль и кликаете «Вывод». Также есть промо-аккаунт. На промо-аккаунте можно выводить безлимитно. Здесь профит-лист. И вот они мои все монетки. 10, 11, вот они. Ой, ну как. Я уже вывела сегодня. Вот они мои монеты. Видим. Это у них, у меня сейчас время 10 часов 18 минут. А у них время 14.13. Видим, да? Вот они мои 15 монеток. Число 10, 11. Майнер шикарный, работает, платит. Все супер. Вкладочка Share находится. Реферальная ссылочка. Копируйте. Ссылочка автоматически копируется. Что еще здесь? Ну и все. Это мобильное приложение «Выход». Также «Майн Баланс». Ну и здесь можно как бы почитать. Так. Следующий майнер. Это я вот в режиме инкогнито. 3x Profit. Также отличный, друзья, сайт. Регистрация наипростейшая. Также мобильный телефон или цифры, похожие на мобильный телефон. Пароль, повтор пароля. Здесь security пароль. Я прописываю везде все один, чтобы мне не путаться. Также инвайт-код. Капчу. Сюда прописываете. Ставите галочку. Нажимаете sign up. И 3x Profit. Попадаем в кабинет. Также минимальный депозит здесь 5 криптомонет Tron, 3% ежедневно. Здесь я пока еще не выводила. Также я хочу закинуть еще 5 монет и тогда вывести уже всю сумму. Здесь я поспешила немножко. Также здесь есть трейдинг внизу в самом. И я захожу, сюда нужно кликнуть, как бы собрать монеты. Это типа вычислительная мощность. Есть инвест. Я сюда, вот, я закидывала депозит. 10 монет. А это вывод. Мои выводы. Так. Вкладочка Share. Также находится реферальная ссылочка. Кликаем. Ссылочка, она копируется. Заходим в мой кабинет. Здесь также команда, профит лист, трансфер ту базик, новости. Это все можно почитать. Я кликаю депозит. И вот здесь предоставлен адрес. Я копирую этот адрес. Иду в Tron Link. И можно вот здесь внизу тоже акцент кликнуть. Вставляю адрес. Он у меня уже отображается, так как я делала уже депозит. И кликаю далее. Прописываю 5 монет. Цент. И все, я сделала депозит также. Вот они мои 5 монет. Я отправила. И ниже не забываем кликать RefShare комплект о том, что
Я отправила монетки. Монеты еще не поступили. Нужно немножечко подождать. Здесь язык. Русского языка, друзья, нету. Значит, здесь у нас команда. Также профит лист. Здесь такого ничего нету. Ну, вот этим, что я в трейдинге. Так, трансфер то базик можно менять с одного баланса на другой. Как видим, монетки мои уже поступили на баланс. 6. Также реферальная ссылочка. Я вам показала новости. Также можно ознакомиться. Ну и все. И у меня на балансе стало 15 монет. Вывод. Это депозит. Это вывод. У меня на балансе 0.45 монет. Также, если мы кликнем базик аккаунт, есть промо-аккаунт. С промо-аккаунта также можно выводить. Значит, я стираю здесь. Ставлю 0.45. И бывает то, что точка здесь не ставится иногда. Значит, смотрите, вы прописываете просто 0.45, потом кликаете после нуля и уже ставите тогда точку. Сюда прописываем адрес, куда будем выводить в данный момент стронлинка. Вот здесь посередине можно, ну и на главной страничке, да. Я копирую адрес, вставляю, и сюда нужно прописать пароль. У меня здесь другой пароль. Я поставлю на паузу и пропишу пароль. Вставила пароль, нажимаю на зеленую вкладочку. Так, что мне тут написали? Переводим на русский. Интересно. Сейчас я, наверное, списались. Да нет. 0.44 попробуем. Так, сюда я прописываю. Пароль, а сюда адрес. Все, монеты вывелись. Не 45 монет, на одну монетку меньше. Я прописала 0.44. Этот майнер похож на Trix House. И такие подобные вот майнера, они очень хорошо работали и долгосрочно. Все, монетки мои списались. Иду. Значит, что у нас здесь? Profit list. Но здесь не отображается. Надо сейчас зайдем на кошелек. И проверим. И вот они, мои монетки. 0.44 поступили на баланс. Два майнера отличных, работают, платят. Потому я и пишу видео, чтобы с вами поделиться. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Не забывайте то, что это инвестиции. И какой бы ни был прекрасный майнер, это всегда риск.
Всякое может случиться. Я такой же участник, как и все. И я рискую своими монетами. Ну а вы же думайте сами. Всех благодарю за просмотр. До новых встреч!